Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Shadow Fight 2. Так как третью мы сейчас прошли, давайте-ка приступим дальше, проходите нашу вторую часть. Так, и у нас здесь турнир, нормально, поехали, посмотрим, кто у нас здесь будет, что за олух. И нас тут встречает Задира. Ладно, ребята, давайте его немножечко потеребунькаем, чтобы он тут не задирался слишком сильно. Сейчас я его своими молоточками-то и пригвоздю. Оу! Так, попрыгун. А ну-ка, на-ка, получи, сейчас всыплю тебе по первое это число. На-ка, на-ка. Ох ты, увернулся, гаденыш. Ну, это не беда, ребята. Как видите, пока я веду. И, наверное, победа. Оу, ничего себе, вжарил-то он мне. О-о-о-о. Одним ударом сравнял хпшки с собой. Так, я еще и лишился молотов. Так, оу, бросочек он мне сделал. Плохо-плохо, ребята, дело, очень плохо. Надо как-то выкручиваться, пытаться, по крайней мере. Ага, все. Может быть, подсечкой его добить? Ах ты, гнида, ты смотри, что... Дал... Нет, я не должен проиграть. Фу! Нормуль, ребята, выправился в конце вроде бы и, как видите, одержал победу. Но у нас еще один раунд. Так что не будем расслабляться раньше времени. Да, ага, все, пока хорошо, ребята. Не успел он пульнуть свой, так скажем, дротик, как получил кувалду в ротик. Так, опа, на-ка, получи. Ну, ты смотри, танцует он здесь. Танцующий задира, добиваем. Да, ребята, шикандос просто-напросто. Так, наша победа, мы получаем с вами достаточно приличное количество денежек. Это хорошо, деньги мне пригодятся. Закупаться мне нужно будет очень и очень много, причем довольно скоро. Так, опыт. Ну-ка, давайте глянем. Нет, пока ничего мне недоступно из новенького. Хотя, может быть, есть. Сейчас посмотрим, ребята. Так, с деньжатами у меня. Ну, пока, честно говоря, проблема. Почти 7 тысяч. Да, тут 4 тысячи нужно. А на следующий шлем... Хотя, можно, ребята, и купить. Только вот думаю, стоит или нет. У нас сейчас вот этот стоит. А мы можем взять вот этот. Давайте возьмем. И что он тут у нас из себя представляет? Так, улучшение, конечно, на полную программу. Так, он уже одет? По-моему, одет, ребята. Так, и вот такая броня у меня сейчас в данный момент на мне. Слушайте, давайте возьмем с вами шест. А почему бы и нет? Шестом мы должны тоже неплохо довольно орудовать с вами. Так, и надеюсь, у нас вместо сложного уже хотя бы... А, легко, даже легко стало. Хорошо, так, телохранитель, безумно. Никто не должен обладать такой силой, это состязание лишено смысла. Я узнаю секрет, и он исчезнет со мной навсегда, говорит Богомол. Ты, хорошо, я думаю, что он сейчас исчезнет вообще с лица земли, потому что мы его просто-напросто убьем, уничтожим. Так, это у нас охранники. Да, ребятушки, охранники. Безумно в данный момент, надеюсь, получится у меня одолеть его. Он у нас с двумя саблями. Поехали. Так, ну что же. Неплохо он тут начинает. Хе-хе. Получил? На-ка, распишись. Не понял. О, как у него очень медленно тянется жизнь, ребята. Крепкий парень. Крепкий, ничего сказать не могу. Так. Надо его ловить. Опа. Ах, не так. Маленько не так, конечно, получилось, что я хотел. Ну да ладно. Любой урон это уже, ребята, плюс для нас. Так, разошлись. Лежи. Так, сколько тут? Ага. Да ё-моё, да... Нет, посох, конечно, хорош на дистанции, на длинной, но вот именно в ближнем, при ближнем контакте как-то не айс. Не айс, я еще раз говорю. Ох ты! Воу, хорошо у нас, ребята, сработала вот эта вот штука, которая отнимает. Поглощает весь нанесенный нам урон. Конечно, процентовка срабатывания маленькая. Ого! Это как это так ты мне звезданул своей фигней, блин, на 25%? Да ладно тебе, блин! Ты достал уже! Он, по-моему, сейчас меня, ребят, вот этой фигней и забомбит своими сюрикенами. Так, черт, надо его бомбить как можно быстрее, ребят. Ну, тут остался ему удар, расплюнуть. Да нафиг! Есть, ребятушки! Сработала такая фишка, да, вы помните, по лезвию бритвы, прям как фильм. Сработала такая фишка, когда он мне наносит урон, то и, соответственно, наносит и себе.
И главное, что она вовремя сработала, и он погиб от этого. А так бы просто погиб бы я. Так, ну что? Ага. На, получил в пах. Так, ну давай, давай. Опа. Оп, в бубен получил. Блин, ну согласитесь, ребята, довольно такой прочный чувачок. Легко его так не пробить. Отнимается очень медленно у него жизни. Да, вот этот вот танец с саблями очень плох. Если под него попадешь, будет не сладко нам. На-ка, получи, гаденыш. Так, бросочек. Полежи маленько, подумай над своим поведением. Вау. Так, вроде бы пошло все неплохо, ребята. Мы... А, вот только стоило похвалить. Похвалить себя и на. Начинается тут замес, замут. На, в бубен. Ай, промахнулись. Да что такое-то? Так, достал тоже со своими сюрикенами. Не-не-не-не-не-не, не должны мы проиграть, ребята, не, да что? Ах, вот оно как, ребят, сам себя убил. Нанес повреждение, которое отнимает ему ХП. Ну что же, выслушай меня, магии нет места в боевых искусствах. Она затуманивает разум и мешает сосредоточению. А попав в плохие руки, ведет к горю и гибели, говорит Богомол. Магия? Так вот в чем секрет отшельника. Берегись, мой ученик, магия — это опасная и могущественная сила. Ее нужно избегать. Сенсей прав, магия слишком опасна, чтобы позволить кому-либо ею пользоваться. С другой стороны, представь, что бы ты мог сделать, обладая таким могуществом. Да, я уже представил. Так, ребят, у нас еще рысь, по-моему, здесь осталась, да? Которая у нас принимает вызов. И думаю, что я соглашусь надрать ей задницу. Надеюсь, у меня получится. По крайней мере, чувствую я себя более-менее уверенно. Так, поехали. Ух, если я выиграю, ребята, мне достанутся его когти. Так. Слушай, ну... Ого, тихо-тихо-тихо. Бомбу повесил, гад. Ай-яй-яй. Ладно, хорошо. Опять повесил. Так, надо с ним что-то делать, ребята. Завязывать надо с ним, блин. Ну, удар еще один. Ай-яй-яй, промахнулись. Ну-ка, подойди, вот, вот он. Долго же я этого ждал. Так, хорошо, ребят, первая победа за нами. Еще два раунда. Два раунда, ну или три, если он сейчас победит. Так, понеслась. Самое опасное у него — это когда он на тебя вешает бомбочку. А так, в принципе, ничего. Оу, нет, нормуль, нормуль, ребят, я уже думал, бомбу повесил. А это нифига, это возвращение урона. Когда вот этот вот шипастый шарик появляется, это возвращение урона. То есть он мне будет наносить урон. Ну и, соответственно, получать его тоже. Где он тут этот... Оу! Где эта невидимка, чертова рысь? Ах ты, посмотри, что творит. Ты посмотри, что делает. Ну? Пинка еще дал мне. Сдох сам. Да, ребята, все благодаря возвращению урона. Так, и у нас две победы уже. Я думаю, что третью победу мы уж как-нибудь с вами вырвем. Не знаю, зубами, не зубами, но она будет наша. Ну, вы смотрите-ка, что он делает, а? Что он делает, подлец этакий? Раздухарился, я смотрю. Смотри, как он так вот в темноте, в невидимости может, блин, переходить то там, то сям. Ага, выловил я его все-таки. А? Не-не-не-не-не, блин, бомбу повесил. Ох, сейчас бумкнет, ребята, да. Слушайте, наверное, он здесь все-таки победит. Не получится у меня в сухую его надрючить. Ай-яй-яй. Черт, сейчас добьет, ребят. Сейчас чувствую... Блин, бросочком он меня ухандокал. Ладно, собираемся, ребята, собираемся силами. Нужно лишь всего лишь одну победу удержать нам. Рысь ты противная, а? На! Нифига пока не получается у нас прописать ему. Ну что ты тут прыгаешь, а? На, мимо. Так. Блин, блокирует, ребята, он блокирует. О, опять бомбу повесил. Да что ж такое-то? Хотя, с одной стороны, ребята, и это и здорово, когда у нас есть активированный скилл на возвращение урона. Воу, е! Да-да-да-да-да, именно так. Именно так, я победил, ребята. Я забираю его на когти себе. Хе-хей. Довольно неплохой трофей, но, наверное, пользоваться я ими не буду. Потому что они уже как бы устарели, ослабели. Так, телохранители. Так, испытания, тут у нас турнир. Легко. Я даже не знаю, ну блин, на невозможном, конечно, неохота мне пока идти, если честно. Давайте вот так попробуем испытание. В этом бою ты проиграешь, если будешь слишком долго стоять на земле. Ладно, не будем стоять, будем тогда прыгать. Или кувырками
делать. Ну, в общем, найдем, чем себя занять. Так, хорошо, у нас тут змей. Понеслась, ребята. Тоже он с посохом, с шестом. Ух. Так, мне приходится, ребята, постоянно прыгать. Вот, кстати, вот этот удар очень меня выручает. Оу, неплохо. Так, приходится прыгать, потому что я иначе проиграю, ребят. Ай-яй-яй, также мне нельзя падать. Готов. Первая победа за мной. Ну что же, считай, что отлично было сыграно. Давайте раунд второй у нас. Главное, ребята, не подкачать. Главное, не простоять нам на земле дольше положенного времени. Так, ага. Оу-оу-оу-оу, плохо-плохо-плохо-плохо. Нужно срочно подпрыгнуть. Вот так, отлично. Ну-ка. Ну, сам по себе змей, как вы видите, лашпен. Разбирается он с полтычка. Так. Угу. Ну, ему, в принципе, один бросочек или один хороший удар, и он готов. Ай, нельзя мне падать, нельзя мне стоять долго на земле. Вот этот удар очень хорошо меня выручает, потому что я одновременно отрываюсь от земли. Соответственно, уже таймер... Да ладно тебе! Он делает роковую ошибку. Возврат, ребята, возврат урона. Вот что его убило. Так, ну ладно, мы с вами прошли испытание. Неплохо, ты получил новый уровень. О, ребята, наконец-то я получил новый уровень. Давайте-ка с вами изучим что-нибудь. Так, выдержать критический удар без падения на землю. Давайте, конечно же, вот это вот лучше, тем более отразив 45%. Ух, отлично. А это еще, знаешь, что, ребята, означает? Что нам доступны новые шмотки, новое оружие. Так, ну что, испытание, блин. Оу, за красную зону. Ладно, хорошо, давайте попробуем. Хотя, может быть, вас этим не томить. Давайте договоримся так. Вы мне в следующих комментариях пишите по этой игре. Нужно мне проходить вот все, вот как вот я начинаю свой бой. Вот эти все испытания, там еще что-нибудь, там побочные квесты. Или чисто снимать драки с боссами, с приспешниками, с этими. И что там еще можно? Ну, естественно, историю сенсея. Так что жду ваших комментариев по этому поводу. Ну, а пока я, как видите, оу. Ха-ха. Так, красная зона, да? Мне не надо вот... Вот за нее попадать. Оу, и черт тебя подери. Я попал, ребят, я попал в красную зону и, соответственно, проиграл. Блин, как-то так неудачно я, ребят, шагнул. Фигня, конечно, получилась это полная. Ага. Надо вот нафиг стоять чуть-чуть подальше. Так, тихо, тихо. Вот не нравится мне... Черт, он мне еще и бросочек прописал, а, гаденыш? А, нет, нет, нет! И, блин, ну совсем забыл, что он очень офигенно летит. Да, я проиграл. Ну, понятное дело, проиграл. Сам, как говорится, себе поднасрал, ребята. Так, что у нас тут? Отшельник, это невозможно. Тут у нас все закрыто. Выживание, турнир. Может быть, на турнир пойти, а, ребят? Там у нас все-таки легко. Дойдем, как говорится, до своего максимума тяжелого. Еще не забывайте, кстати, что я не покупал сейчас новые шмотки и новое оружие. Пока бегаю со старым барахлом. И тут у нас утес, который с крисами, да? Крисы, это, ребят, такие маленькие тоненькие ножички. Они, знаете, как шило. Раньше было очень такое смертоносное оружие, потому что когда враг прокалывал тебя крисом, это было кровоизлияние внутри организма. Как говорится, ты не истекал кровью снаружи, но внутри у тебя там была просто каша. Так что вот этим они и опасны. Вообще, к чему это я тут расфилософствовался? Ладно, ребят, давайте бомбить этого утеса. Но, а? Все, готов. Довольно хорошо и неплохо идем. Я бы сказал, изейше. Так, победушка. Нам начислили почти 2000 золотых монет. Это хорошо, ребята. Опять же, легко. Это у нас 12-я стадия из 24. Оу, еще там долго ковыряться нам придется. И тут у нас змей. Ну, по-моему, мы уже с тобой виделись, змеюка. Да-да-да, он с таким же шестом, как и у меня. Но надеюсь, что он не такой же силен, как я. Опа! А, все, ребята. Можно сказать, уже победа, потому что я... Эй, тихо. Я вижу... Да потому что у нас, ребята, во-первых, уровень сложности легко. Естественно, я его здесь буду рвать и метать, как, знаете, как тузи-грелку. Вот, никакого шанса ему на победу просто не будет. Как бы он тут не выкручивался. Когда у нас идет... Так, тихо ты, начинай тут. Когда у нас идет, например, безумно или невозможно, тогда да, там начинается жесть. Это также и в третьей части, ребята, тоже было. Так что... Оп, ах ты, опередил меня, гаденыш. Ху-ху.
Слушайте, я вот больше всего люблю, когда у меня вот этот вот зажигается скилл, перк вот этот вот, на возвращение урона. Тогда можно и не бояться отгребсти по полной программе, по максималочке, чтобы он тоже себе тем самым отобрал хпшки. Так, прошли, и тут у нас уже сразу же сложно. Да, хорошо, а у нас, по-моему, нет такой нормально. Да? Нету. Ладно, будем играть на сложно. И у нас здесь пророк, который ни шиша не видит, но очень хорошо слышит и, видать, чувствует с какими-то ножами никудышными. Ладно, давайте. Будем надирать ему тогда тоже зад. О, поглощение урона сработало. Хе-хе. Вот так вот, опа. Да, ребят, вы не забывайте, что это у нас Shadow Fight Special Edition. Здесь у нас нет вот этих вот подземелий, боссов. Но зато здесь есть история сенсей. Также здесь очень нормально зарабатываются деньги и кристаллы. Как раз то, что нужно нам для, как говорится, нормального, комфортного прохождения этой игры. Так, отличненько. Ну что, пророк, пора тебе на бочок, наверное, да? Так, хорошо. И еще. Еще, наверное, ударчик. Опа. Нормуля, ребята, первая победа за нами. Довольно неплохо. Так, раунд 2. Я думаю, что в нем мы тоже надерем ему задницу. Он нифигашечки не видит. Но, как я говорил, он очень прекрасно слышит и нюхает. Нюхач, так скажем. Пускай нюхнет мой посох своими, наверное, разработанными носопырками. Так, ну, опа. Так, черт подери, ага, тоже промахнулся олух. Ладно. Что ты тут прыгаешь-то, кузнец? Оу. Так, вот плохо, вот это вот плохо, ребят. Комбинация, конечно, у него хороша, но для меня это очень плохо было. Так, замечательно, замечательно звезданул. Да ладно, ты еще тут свои бросочки мне делаешь, гнида. На-ка тебе в ответочку. И ударчик, ну, завершающий-то, дай мне сделать. Сам себя убил, ребята. Возвращение урона сработало, и поэтому он отдуплился. Так, ну что же, хорошо. Победили. Так, у нас тут уже безумно. 14 стадия. Ребят, я не знаю, сможем ли мы здесь справиться. Кто тут у нас будет? Какой олух нас будет встречать? И это у нас счастливчик. Ну что ж, давайте, наверное, немножко омрачим ему счастливую жизнь. Но не забывайте, что все-таки здесь безумно. Может быть, не все так легко будет, как хотелось бы, но пытаться будем. Так, поглощение урона сработало у меня. Ай, ты гнида, что делать? Подловил меня просто. Оу. Так, так дела не делаются, ребята. Надо... Вот, получил в табло моим посохом. Моим шестом, на. Так, хорошо, хорошо, прыгает. Прыгает, ну-ка. Ты достал со своими уже сюрикенами. Причем сюрикены отнимают довольно неплохо хпшки, да? По сравнению с тем, как я его мочарю и как он бьет. Это, по-моему, небо и земля. Так, все, добил он меня, гад. Ладно, хорошо, первый раунд пускай будет за ним. Ну, во втором-то раунде мы должны как-то выправиться, ребят. А, кстати, да, вы не забывайте, что мы еще деремся с вами в старых шмотках со старым оружием. У нас, по-моему, уровень-то когда поднялся, мы ничего с вами не прикупали. Да, возможно, из-за этого у нас сейчас идут плохо дела. Ну, ладно, будем, по крайней мере, пытаться, чё уж нам. Выходить, что ли, бросать игру? Нет, оу, черт бы тебя побрал, все-таки бросок свой поганый сделал, а? Так, мы-то отомстили. Ну... Победа очень близка, ребята, очень близка. Буквально на пару хороших ударов, пару хороших затрещин, да. Опять же, он сам себя убил, ребята, благодаря тому, что возвращение урона у меня перк сработал. И он звезданул и сам сдох. Так, поехали. Ах ты, юлит, посмотри-ка, что делать, вытворяет гаденыш мне тут. Свои сальтоны, выкрутасы, да, но это его не спасет, я думаю. Оу, щет, как, да... Ты достал. Я смотрю, он любитель просто поперебрасывать меня туда-сюда, блин. На. Так, что ты творишь? Так. Нет, 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 нет. Только нет, ребят. Ну, да как же так? У меня очень мало здоровья. Черт подери. Сейчас еще бросит, да? Свою филь... Нет, не бросил. Я думаю, что, наверное, ребята, мы здесь с вами проиграем. Вот такое у меня предчувствие, потому что очень, да, очень мало здоровья было. И он меня заклепал. Черт бы его побрал. Ладно. Есть, в принципе, неплохой вариант пойти в магазин, немножечко приодеться. Потому что у нас здесь, смотрите, везде уже невозможно, сложно, безумно. Так что давайте посмотрим. О, вот эти штуки я хочу, но они стоят очень много кристаллов. Надо заработать. Так, по доспехам у нас что? 57. Хотелось бы, конечно, так. Но
не хватает, опять же, кристаллов. По шлемам, ну, вот этот шлем как-то не хочу. Этот хоть с поглощением урона, а этот вообще без всего. Ага, сюрикены. Сюрикены, крыло демона, 26 кристаллов. С оглушением эффекта, да, ребят? Так, я могу за 2000 взять вот эти звездочки себе. А у меня нет выбора, ребята, придется покупать. Мне нужно все-таки более-менее сильное метательное оружие. И те я позволить себе не могу, потому что они очень дорого стоят по кристаллам. Ну, а эти, как видите, вполне-вполне годные. Так, крисы. Нет, не хочу я покупать крисы. Мне не нравятся они, тем более, когда мы ими владеем. Это полный фарш. Оставляем, наверное, мы с вами посох и, точнее, шест. Нам единственное, что нужно накопить немножечко всего лишь кристаллов. О, я хочу себе вот эту косу, ребята. Нунчаки мне тоже не особо нравятся. Хотя они почему-то стоят в ряде последних видов оружия. Именно на этом этапе. Ладно, давайте, ребятушки, мы с вами, наверное, пойдем копить, как говорится, деньги, кристаллы. Все это нам нужно будет. О, здесь сложно, ребята. А здесь нормально. Давайте вот здесь вот с вами. Так, это у нас все с красной зоной. Хорошо. Надеюсь, сейчас мы не будем так с вами нубить, и я не буду попадать в эту красную зону. Попробую все-таки этого счастливчика огреть. Да, ребят, кстати, попрошу вас написать в комментариях, стоит ли вот эти вот второсортные задания записывать вам или нет. Или просто уже показывать бои с боссами, с приспешниками. Ну, естественно, проходить историю сенсея. В общем, без вот этих всяких турниров и тому подобное. Ну, правда, вы много, наверное, чего не будете знать, да, откуда там взялось то, откуда взялось это. Ну, я думаю, вам это не интересно. Вам интересно смотреть просто победы над боссами и над всякой шалупенью. А как я зарабатываю деньги и кристаллы, это, я думаю, никому, наверное, не интересно. В общем, жду ваших комментариев по этому поводу. Так. Давай-ка, родной. Опа. Но главное, ребятушки, нам не попасть в красную зону, еще раз повторяю. А он, главное, там спокойно прыгает, да? Ему пофиг. О-о-о, тихо, не надо метать, не надо метать. Я боюсь, что упаду сейчас. Ай-яй-яй. Так, хорошо, пока держимся. Ух. Блин, да что ж мне с тобой... Тихо-тихо-тихо. Ой. Да, вот это, ребята, ему фартануло, да? Он в прыжке меня подловил сюрикеном, и я укатился в красную зону. Ё-моё, как штрафняк какой-то, галимый. Ладно, по одному пока. Либо... Оу, как он начал-то, а? Да чтоб тебя разорвало. Ты достал меня. Блин, ну, в рукопашку я должен его захоркать, а? Ёлки-палки. Так, бросочек. Уже полздоровья у него нету. Главное, ребята, не лопухнуться. Блин, я возле красной зоны, это очень опасно, ребят. О, да чтоб так тебя провалился-то, а? Тут одно какое-нибудь неверное движение, и ей можно проиграть просто-напросто. Тихо. Нет. Да. Да, ребят. Ну что ж, давайте тогда, наверное, на этой ноте я буду завершать это видео. Мне надо немножко расслабиться, попить кофе, восстановить свой тонус. И мы обязательно с вами увидимся уже в следующей серии. Ну, а на этом все. Всем пока. До скорой встречи, ребята.